То гаряча пора відпусток, і багато з нас віддає перевагу відпочинку на морі. Визначившись з місцем вакацій, перед дівчатами постає інше питання, яке нерідко вводить їх в стрес. Який одяг брати з собою? Адже у валізу запакувати увесь гардероб не вийде. А тому ми вирішили з'ясувати, які речі брати з собою, і щоб стильно, і щоб практично. Ну, в первую очередь, нужно обратить внимание не только на вещи, а еще в какую поездку девушка едет, что она там будет делать, какая будет температура в течение всего ее отдыха. Поэтому каждый этот элемент играет огромную и важную роль. Допустим, если девушка едет в горы, то это будет один вариант гардероба. Если девушка едет на море, это будет другой вариант гардероба. Если девушка едет на море и будет ходить в город, будет ходить в музей, это будет третий вариант гардероба, поэтому каждый момент обязательно нужно учитывать. Звичайно, плануючи поїздку на море, у першу чергу варто звернути увагу на купальник. Про те, якому варто віддати перевагу цього сезону, поговоримо пізніше. А поки зверніть увагу на доволі несподіваний елемент одягу, який знадобиться усім на морському узбережжі – теплий кардиган. Коли ми збираємо гардероб, одна з найважливіших вещей, що ми, від чого ми відталкуємося, це тепла річ, тому що холодно, тому що вітер, вечір, море, і нам в будь-якому випадку пригодиться. Для нашего путешествия я выбрала кардиган. Кардиган – это очень актуальная вещь в этом сезоне. Кардиган имеет несколько цветов. Это значит, что мы можем с цветовой гаммой подвязаться достаточным разнообразным спектром. Ну и плюс кардиган мягкий, он не мнется, он приятный. И в любой вечер, в любую непогоду он придаст теплого ощущения и теплых эмоций. Этот кардиган будет красиво, с простым летящим платьем. Будет красиво с джинсами. Видите, по цветовой гамме все везде перекликается. Будет красиво и с короткими шортами внутри. То есть кардиган будет абсолютно везде задействован, и его можно одеть с любыми вещами, которые вы с собой возьмете в этом комплекте. Дальше мы продумываем низ гардероба. Для этого мы можем взять несколько вариантов. Можем взять шорты, можем взять джинсы, можем взять еще легкие брюки. И дальше обязательно мы подбираем те верха, которые будут красиво и грамотно сочетаться. Белая футболка как база, белая майка, она будет абсолютно со всеми. И с этими цветными брюками, и с черным топом, и с джинсами, естественно. То есть, видите, у нас уже получилось, наверное, нарядов 6, а вещи всего 3 верха и 3 низа. Также к этим низам можно взять еще разные разноцветные майки. Они не занимают большое количество места в чемодане и красивые по цвету. Здесь классный боди. Как я уже говорила, этот боди похож на купальник, но это боди, это не купальник, в этом и фишка. Здесь есть логомания, что является трендом в этом сезоне. Джинсы-бойфренды с супер-женщиной. То есть весь образ, он такой веселый, он такой юморной, он смелый, он удобный, и почему бы не одеть его на пляж. И, конечно же, очки, потому что очки – это солнце, очки – это пляж, и мы всегда не забываем беречь свои глаза. Вот так. Но я бы хотела еще дальше доработать образ, потому что мы с вами продумывали грамотно свой чемодан, и вдруг стало прохладно, вдруг захотелось выглядеть иначе. Мы можем одеть наш халат, можем У цьому сезоні у моді ляні чи бавовняні брючні костюми, і спеціалісти радять обов'язково включити їх у свій морський гардероб. Ну, як я вже говорила, костюми у нас в тренді, і це дуже актуально в цьому сезоні, тому костюм, звісно, як же не взяти трендовий костюм з собою в відпуск. Плюс ще тут дуже удобна, якісна ткань, це хлопок 100%, і він легкий, і він дишить, і в ньому добре і комфортно. Плюс цей костюм-трансформер, його можна сочетати з любими іншими речами. Наприклад, якщо ми снимем полосатые брюки, оденем шорты, тоже будет очень красиво. Мы можем одеть сюда вниз белый топ или голубой топ.
расстегнуть эту рубашку, и это будет опять же как пиджак, как халат, и внутри будет еще одна маленькая капсула. То есть он легкий, с ним можно гулять, он будет дышать, он не, абсолютно не сковывает движение, он нигде не пережимает в теле. Он красивый, он интересный, потому что есть полоска, есть большие буквы. Сюда я взяла маленький рюкзачок, потому что мы предполагаем, что в этом костюме она пойдет, допустим, в музей, пойдет куда-то гулять. Поэтому ей не должно быть тяжело, ей не должно ничего мешать. В этот рюкзачок положится телефон, положится, может быть, ключи от номера, помада, зарядное устройство, если нужно. Очки, опять же, шлепки, которые удобные, которые по цветовой гамме абсолютно красиво здесь сочетаются и с сумочкой, и с общим принтом всего костюма, поэтому шлепки тоже, да. Ну и черная шляпа, куда без нее, она у нас сегодня изюминка всего гардероба. Також обов'язковий must-have у таких подорожах – вечірня сукня. Вона стане в нагоді при відвідуванні ресторану чи інших розважальних закладів. Ну і, звісно ж, два або три плаття. Я вибрала ось такі красиві, легкі, ось такого трикотажного. Его можно, из-за того, что он трикотажный, его можно носить с кроссовками, но так как здесь есть стразы, можно носить и куда-то на более вечерний выход. То есть тоже такое многофункциональное. Окрему увагу стилісти радять приділити взуттю, адже на морі вам знадобляться не лише прості в'єтнамки. Дальше мы учитываем обувь, конечно же. Мы берем с собой, так как мы будем ходить в музеи, мы будем ходить по вечерам, мы берем какие-то светлые кроссовки. И так как они громоздкие, так как они теплые, в них мы будем и лететь, для того, чтобы не занимать место в чемодане. Мы берем шлепки, обувь, в которую можно быстро вставить ножку и пойти. Мы берем красивые туфли, потому что все-таки мы будем ходить куда-то в ресторан, мы будем красиво проводить время вечером. И если кто-то бережет свою обувь и не хочет, будет быстро бегать с мокрыми ногами после бассейна, тогда мы берем с собой маленькие вьетнамки резиновые, которые не пострадают от воды. Еще я бы хотела уделить большое внимание аксессуарам, потому что аксессуары не тяжелые, они не занимают много места в чемодане, но аксессуары спасают любой, даже самый скучный, самый простой образ. Для нашего путешествия в Турцию я выбрала красивую длинную нить жемчуга, потому что она сама по себе и своей длиной, и жемчугом создает потрясающий эффект. И с любой футболкой белой, с джинсами, с комбинезоном она будет поднимать наряд на более высокий уровень. Я предлагаю все-таки взять с собой на море платок, потому что он не занимает много места, опять же. Его можно накинуть на голову, его можно накинуть на плечи, и он спасет вас от перегрева на солнце, спасет вашу кожу и придаст очень красивый, необыкновенный, летящий внешний вид. И еще очень красивую золотую цепь. Она тоже длинная, у нее есть два таких блока и большой ряд цепей, который создает такой греческий стиль. Это тоже отдых, это тоже круизы, это тоже лето и настроение. Не обойдется ни одна красивая романтичная поездка на море без шляпы. Шляпа – это защищает нашу голову от солнца и, конечно же, придает сразу же стильный, интересный образ нашим владелице шляп. В данном случае я взяла шляпу в минималистичном таком обрамлении. Здесь нет никаких лишних декоров. Здесь есть просто зеленая лента и сама шляпа с высокой тульей. Что у нас здесь? Эта шляпа подойдет, опять же, ко всем нашим вещам, потому что где-то она будет перекликаться по цвету. Везде она будет перекликаться по цвету, потому что у нас, опять же, все вещи задействованы. Вот здесь с черными шортами будет перекликаться. Будет перекликаться с этой рубашкой, потому что здесь есть черная надпись. Будет перекликаться с джинсами, потому что у джинсов тоже есть что-то такое, элемент черного. То есть по цветовой гамме и по стилевой составляющей она будет перекликаться абсолютно со всеми вещами этого чемоданного гардероба. Также мы берем с собой сумки.
У нас будет одна сумка, в которой мы будем складывать все вещи, и мы с ней летим в аэропорту. Мы сюда сложим все паспорта, все, что нам нужно. И маленькая сумка, в которую можно бросить телефон, можно бросить там какие-то необходимые вещи, ключи от номера, и быстренько бежать на пляж или бежать на экскурсию. Она не будет занимать и не будет тяжелой в течение дня, вы не устанете. А в эту сумку потом вы себе складываете полотенце, вы складываете все, что необходимо для пляжа, і йдете с ней на пляж. І, як ми й обіцяли, трохи про купальники. Це те, що, їдучи на море, треба брати у першу чергу. Стилісти радять брати як мінімум два. Вообще, всей изюминкой нашего гардероба, собственно, является купальник. Я взяла два купальника, потому что их интересно менять. И еще есть такой интересный момент. Допустим, вот здесь у купальников Calvin Klein топы, они как будто бы, они выглядят более спортивно, и их можно использовать непосредственно вместе как топ. Значит, если вы можете себе позволить, если ваша фигура позволяет, вы можете одеть верх от купальника, и вместе с джинсами тоже будет очень классно, динамично и интересно. Сверху одеваем шляпу и можем спокойно вот так себе и идти купаться. Есть еще второй вариант купальника, который я приготовила нашей героине. Это обычный сдельный купальник с прозрачными вставками, то есть в нем удобно плавать в бассейне. Позагорать, конечно, в нем не позагораешь, но зато покажешь свою красивую стройную фигуру. И опять же, будет очень интересно, если одеть его с джинсами или с черными шортами и выйти такой пантерой на пляж. Вот так. То есть все в нашем гардеробе задействовано все, от купальника до теплого кардигана. І наостанок, правильно підібраний на море гардероб – це частина вашого успішного відпочинку. До того ж, відпустка – це ще й чудовий час для експериментів. І якщо в повсякденному житті вам важко налаштуватися на зміни, то нові місця цьому сприяють якнайкраще. Проте не варто забувати, що найголовніше – це абстрагуватися від справ буденних і отримати максимальне задоволення за мінімум днів.